Всем привет, короче, у нас сегодня внеплановый обзор на стритец, короче, тут подвернулась такая возможность. Ни сценария, ни хера у меня нет, что сделать из этого шоу. Владелец мне дал, типа, перечень деталей. Значит, коротко, по факту. Рама NS Beach 2008 года. Вилка Марзочи Drop Off Triple 06. Во. Этот обзор насколько не по сценарию, что вот Андрей катается там сзади меня. Короче, ну, все по классике, типа, стритец. Дабл треки 24, резина 3.0. Весит он килограмм, наверное, 19. Зато руль рентал и два тормоза. А, кстати, здесь такая стоит мотоцепь. Я не знаю, в натуре мотоцепь. Ну, по классике, типа, 203 ротора и прочая херня. Ну, в общем, там, кстати, есть табличка, вот, типа, на газоне нельзя ни ходить, ни кататься, ни выгуливать собак, но когда ты покупаешь себе стритец, тебе, в принципе, все равно на это. Ну, короче, тут, типа, все по классике, там, вы настроите в Хасфилд, седло, диван с крестиком и педали крестик. Ну, короче, этот байк покупают, я думаю, вы знаете, если вы смотрите этот обзор, если не знаете, покупают этот байк чисто, типа, покатать мини-ДХ. Какой мини-ДХ? Все катаюсь, чтобы покатать по плоскочу, попить пивасик на нем, подропать с гаража и посъезжать со ступенек. Ну и 3.0 покрышки можно позаезжать на ступеньки. Да, весит он килограмм 19. Кстати, я еще забыл добавить, здесь педали 2002 года. Это прям вообще 2002 год, прикинь, им уже 16 лет, короче, этим педалям. Так, короче, поеду на нем покатаю, типа, что про него рассказывать? Ну, блядь, то это. Стритец как стритец, НС как НС. Все, поехал, на нем понаваливаю трошки. Баба, ты конечно не хочешь скинуться? А, не пустильный контакт. А что ты здесь делаешь? Это где апокалипсис? А? Где апокалипсис? А, где апокалипсис? Ты с тобой шутка приехал. Короче, сейчас будет сфотика, потому что негде телефон держать. Велосипед 12 кг, он заменяет штангу, гирю, вантелю, короче, все, что хочешь, заменяет. Если вы пауэрлифтер, просто берешь этот велосипед, ложится он удобно, вот так, в натуре удобно ложится, вот так берешь и приседаешь. Когда ты полгода покатаешься на этом велосипеде, ты будешь 20 килограмм вот так приседать на одной ноге. Вот так берешь за нижнюю трубу, центр тяжести по центру, качаешь бицепс. Типа накачал бицепс, качаешь одну рукой. Ну так как у меня байк 5 минут, я еще не накачал. Что ты нарубил? Я был как тратила девственность. Я никогда. Короче, ноги качать этим велосипедом вряд ли получится, но если вы пришаритесь, то в принципе, я думаю, у вас получится. На этом велосипеде можно съезжать со ступенек и парить вейп, потому что вилка 200 мм хода. 200? В принципе, съезжая со ступенек с пивком, я думаю, оно будет пениться. И, скорее всего, если здесь есть магаз, мы сейчас поедем купим пивка и затестим с пивком. Есть магаз тут? Да, вот даже далеко ехать. Там, где мы сигнаки купляли. А магаз далеко, потому, короче, не знаю, я, ну не очень, конечно, это не двух, подвес 200 а на 200. Там же есть. Все дождя, трава мокрая, но здесь такие агрессивные покрышки, можно ехать под вот таким наклоном между деревьев.
И опять же, тут ехать нельзя, но когда ты на стрельце прыгаешь с гаражей, то блин. Если вы живете где-то в Эско на каком-то втором этаже, то лучше надевайте бандаж, потому что без бандажа будет херово. Если к вам кто-то приколупался, берете этот байк, разгоняетесь, бросаете, и вы убьете человека. Вот реально не можно. Еще кто не знает, можно говорить, что ты поставил сюда колеса с Альфа или Дельты, и ты вообще труп пацан. И катаешься на мотоколесах. Говоришь, что ты собираешь мод, колеса уже поменял, осталось поменять все остальное. И все. Несмотря на то, что он тяжелый, мануал на нем едется просто прикольно. Прекрасно. Перед здесь, я не знаю, короткие они, длинные по сравнению с моими. Но, несмотря на то, что он весит там 1 000 000 килограмм впереди, мануал на нем прикольно ехать. Вот даже, вот сейчас я покажу еще раз. Если бы я еще умел нормально делать мануал, то я бы ехал дальше. Ну, короче, вот такой обзор получился. Еще сейчас поедем к девочкам и спросим их мнение. Поехали. Что вы скажете про твой байк? Он очень? Нормально. Короче, девочки сказали, что им этот байк нравится. Он прикольный, голубенький, такой большой. Вот. Ну, короче, вы сами видели все, что они сказали. Ну, вот такой, типа, внеплановый обзор получился. Он минимум информативный и более какой-то... Да, короче, вы сами все видели. Так что спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Мой канал, на мой инстаграм. И подписывайтесь на канал... На инстаграм оператора, потому что я его напрягаю снимать меня бесплатно. Хотя бы подпишитесь. Ну, может, на него подписаться. Ну, все, короче. Всем... Fuck, huh?